Приветствую вас на канале RedCat. Сегодня я вам расскажу, как получать бесплатные вещи в новом ивенте. Первую я уже получил, просто зайдя в Event Hub. Ссылка будет в описании под этим роликом. Заходите, получаете прикольные рога. Ну а сейчас мы отправимся, чтобы получать очень классную маску в виде мишки. Очень прикольная. На превьюшке, я думаю, вы видели. И для того, чтобы ее получить, нужно отправиться на кладбище. Кладбище в другой стороне, не туда, куда я иду. Поэтому не обращайте внимания. Здесь у нас будет следующая вещь. Через уже немножечко времени тут будет лабиринт, и там мы сможем получить еще какую-то бесплатную штучку. Ну, короче, найдете кладбище, и здесь будут две лопаты. Они подсвечиваются, поэтому вы точно их не пройдете. Берете лопату и идете вскрывать могилы. Да, ребята, занимаемся мы не самым интересным делом, но тем не менее. Скрываем могилу. Боже мой, тут еще кто-то живет. Поэтому будьте внимательны. Некоторые могилы пустые, некоторые со сущностями. Вот тут я еще две выкопал. Пойду копать дальше. Ваша задача — найти фонарик. Спрятан он рандомно в какой-то могиле. В какой именно? Никто не знает. Поэтому нужно выкапывать все, пока вы не найдете этот фонарик. Фонарик в игре у вас будет. О-о-о. А мишку вам дадут на ваш аватар, вы сможете его одевать в Роблоксе. Так, копаем, здесь копаем. А, да, ребята, еще вот здесь вот находится часть от скелета. Вот такая вот круглая штука, какая-то, не знаю, деталь. Может, это его бедро, может, еще что-то. В общем, вы можете ее забрать, нажав кнопочку Take. Вот справа, видите, есть Take. Нажимаете, и все, оно пропадает. Я нашел две такие детальки, я не знаю, для чего они нужны, может, где-то еще есть. Ну, если найдете больше, напишите в комментариях. Я чуть-чуть позже покажу, где я нашел вторую деталь. И, собственно, вот здесь вот, ребята, у меня в саркофаге я нашел свой фонарик. У вас он может быть не здесь, может быть в другом месте. Поэтому не 100% у вас тоже он появится именно здесь. Вот так вот он выглядит. Вы его берете, получаете бейдж и получаете фонарик в игре. И классную игрушку непосредственно в Роблоксе. Горилла. Денис ТВ тоже мне тут помогал копать. Прикольная анимация, мне еще нравится, как он его включает, выключает. Ну и все. Теперь, ребят, нам будет намного проще ориентироваться, потому что здесь ивент будет целую неделю. И тут будут разные еще вещи, которые будут находиться не только в доме, но еще и вокруг него. Так что обязательно его заберите. Идем дальше, ребята. Сейчас рассказываю, как получать бесплатные тыквы. Их всего три разного вида, и сейчас две из них я получу. Это будет довольно-таки долго, вам нужно ждать и попадать на сервера к разным ютуберам, разработчикам и так далее. И вот здесь вот видите, розовую я забрал и золотую. Теперь мне не хватает еще серебристой. Серебристая — это админа. Поэтому как все это происходит? Как, да, кстати, ребят, когда попадаете на подобный сервер, сразу же уходите. Только заберете, не задержите, потому что большие очереди, все ждут. Смотрите, админ Smasher Pumpkin. Мне следующая нужна именно эта, админа. Поэтому как я вбиваю это в поиск и просматриваю все, как бы, стримы, которые ведутся. Ищу именно серебристую мне надо. Если вам надо все три, ну, заходите вот на такие сервера, где не одну выдают, а две или три, потому что, ну, это не прикольно ждать каждую тыкву, заходить на отдельный сервер. Но так вы заходите, где уже одна, ну, две или три, и там все сразу забираете. Я вот, вы видели, зашел на сервер, где сразу две раздавали. Вот. Ну и обязательно предварительно смотрите, что там выдают, потому что они все пишут, что я все три вам раздам. Смотрите на сам стримчик, видите, что там только одну раздают. Ну, конечно же, игнорируйте. Ищите, где два или три сразу одновременно раздают эти тыковки. Ну, классные штуки, поэтому, ребят, забирайте. Ну и вот я, допустим, нашел, мне надо именно серебристое. Я захожу на стрим, вижу, что там серебристое есть, и теперь ищите. Обычно это или вип-сервер, либо же ссылка на чей-то профиль, вот как здесь, которому нужно нажать кнопочку Join. Если ее нету, сначала Follow надо добавить, в три точечки нажимаете, чтобы он у вас был Follow, и потом уже Join появится. Вы видели, сколько там человек в очереди, поэтому буду ждать. Ну а пока расскажу, что еще вы можете сделать, чтобы получить бесплатную вещь. Вы должны сделать себе фотку. Вот таким образом, к примеру, я делаю фоточку. И submit. Появляется, видите, submit capture to the hound.
Выбираю все галочки, нажимаю Submit и отправляется таким образом моя фоточка на участие в конкурсе. Если проголосует большинство людей за мою фотку, то тогда я получу еще UGC бесплатную. Сейчас я это все покажу в игре. Смотрите, теперь у нас есть My Photos слева, видите? Tracker и My Photos. Tracker показывает, какие вещи я получил. А My Photos — это фоточки, которые я сделал. И вот на Creatures я отправил вот такую вот фоточку. Что такое Portal Game? А, понятно. В Adobe Mini мне закинул. Вот, нужно делать 3 дня подряд такую штуку, и тогда вам дадут очень прикольную бесплатную вещь. Поэтому каждый день заходите, когда будет новый конкурс, делайте новую фоточку, загружайте точно так же. Там уже будет другая тема, читайте, что за тема. Ну и, соответственно, делайте фотку. Мне, наверное, не самая прикольная была фотка, потому что Creature — это сущность, и нужно было какую-то страшную сущность сфоткать, а не себя. Ну да ладно, может, вы так узнаете, что это я, за меня проголосуете, я смогу победить и получить приз. Ну, на самом деле, мне это не нужно, но в целом было бы интересно. Так, ребята, здесь я еще вижу, есть диалог. Вы можете пообщаться с вот этим чудиком. Ну и в целом исследовать дом. Как я вам обещал, сейчас покажу, где я нашел еще часть от скелета. Я не знаю, нужно ли это будет для того, чтобы получить бесплатную вещь или нет. Но в целом, почему бы нет? Давайте найдем все, что можно. Вообще дом очень классный, шикарный хаб сделали. Отличный стилизация, очень красивый дом, все вокруг. Ну, короче, все прям идеально в хэллоуинском стиле. Мне очень нравится. Фотографии вот тут, Джек и так далее. Вот, видите, Creature. Вот здесь вот всякие сущности. Вот это более похоже на то, что фото нужно было сделать. И, как вы видите, многие из этих фоток сейчас в лидерах. И те, кто их сделал, смогут получить потом призы. Я вам сейчас покажу некоторые вещи интересные, которые я нашел непосредственно в этом доме. Возможно, вы найдете тоже что-то интересненькое, поэтому напишите в комментариях под этим видосиком. Так, я нашел подвал. Да, вот здесь вот такой интересный пол. Крутая тень от него. И мы идем вниз. Там, собственно, я, спойлер, и найду еще одну часть от скелета. Возможно, ребята, я что-то пропускаю, где-то есть еще одна часть от скелета, но пока я ее не нашел. Может, она будет чуть позже, когда будут открывать новые и новые локации, и там мы тоже будем их находить. Пока я нашел только две. Там, видите, какие-то еще слева, справа проходы. Если вам будет интересно, походите, поисследуйте. А я сейчас вам... Вот тут какая-то загадка, головоломка непонятная. Вот здесь, смотрите, видите, в углу, и тут есть еще одна часть от фрагмента скелета. Скул, даже фрагмент черепа, даже не скелета, а черепа, если правильно прочитал. Вот, так что вот так вот, ребята, вот здесь я нашел. Еще одну забавную штуку я нашел здесь. Здесь какое-то у нас зелье есть. Если вы сюда подойдете, то, по-моему, там увеличит вас, вашу голову. С такой прикольной анимацией. Вот, так что такое еще нашел. И давайте еще одно, ребята, покажу, как получить бесплатную вещь. Вам нужно еще голосовать. Для этого отправляетесь вот где сидит наш джентльмен без головы, который говорит, что я нищеброд, у меня нету робоксов даже на то, чтобы его купить. Поэтому иди, пополняй свой счет, приходи и можешь меня купить. Он очень дорого стоит, естественно, этого делать не буду. Но, ребят, мы идем голосовать. Итак, существа. Сегодня тема называется «Существа», как я и говорил. И вам показывают разные фотки, которые делали, собственно, люди, да? У них ники вы можете увидеть под каждой конкретной фоткой и проголосовать за ту, которая вам понравится. Так, здесь кто у нас сущность? Ну, пускай она. Вам нужно проголосовать за 5 фотографий, любых, которые вам подкидываются. Поэтому можно следующий нажимать, если вам ничего не понравилось, я так понимаю, пропускать. Ну, короче, выбираете любые 5 фотографий и справа видите бейдж. Все, вы получили еще одну новую бесплатную вещь в виде украшения. Так что, ребята, таким образом мы сегодня собрали абсолютно все вещи бесплатные, которые можно было получить. Ну, будет следующий день, будут следующие бесплатные вещи, так что обязательно заходите на мой канал и смотрите, что там будет дальше за квестики открываться, как их проходить и так далее. Ну и, конечно же, я буду проходить еще много игр разных, поэтому тоже заходите, смотрите, где что
и как. Тут еще, видите, и второй этаж, и слева обе прикольно будут открываться. Короче, в этом доме будет, я думаю, много чего интересного. И каждый день мы будем открывать для себя что-то новое. Ну, к примеру, как вот эта комнатка. Смотрите, вы можете заглянуть на чердак, а сама комнатка выглядит вот так. Кто-то, похоже, перепутал верх и низ этой комнатки. Вот тут люстра, ну, а, собственно, все как-то сверху осталось. Тут рядышком есть еще одна забавная комнатка, на которой мы, собственно, и закончим эту серию про ивент. На этом у меня все, ребята. Ставим лайк, подписываемся, кто этого еще не сделал. И спасибо за просмотр. Всем пока!